Россия действует как во время Советского Союза. Он наращивает свою военную мощь, но сейчас уже 21 век, и возможности Российской Федерации не те, которые были во время других оккупаций Чехословакии, Венгрии, Балтийских стран, Афганистана и тому подобное. И у мирового сообщества в 21 веке есть все возможности, чтобы остановить оккупацию и наоборот начать деоккупацию.